Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как можно сэкономить на одноразовых мешках для пылесоса фирмы Керхер. Такой пылесос подарили мужу на день рождения 3 года назад. За эти 3 года мы сменили немало одноразовых мешков. Самую маленькую цену мне удалось найти в интернете, и это 160 рублей за один мешок. Таким пылесосом моя семья пользуется часто, потому что мы живем в своем доме, у нас еще продолжается строительство и ремонт. Мы устали покупать одноразовые мешки, которых надолго не хватает, поэтому мы в интернете нашли многоразовый мешок и решили заказать. Цена его 800 рублей. Он выполнен достаточно из плотной ткани, есть молния, есть пластиковое отверстие, которое легко крепится на пылесос, а также есть ручка, чтобы было удобно нести и высыпать. Кстати, в обычном строительном магазине такой мешок я не нашла, а также я прошла еще 5 таких магазинов, и там я тоже не нашла. Размер нашего мешка, ширина 35 сантиметров, длина 75 сантиметров. На упаковке было написано, что он выдерживает до 30 килограмм. Мы решили немного пропылесосить и показать вам наглядно мешок в работе. В таком мешке нам понравилась ручка и молния. Удобно нести и удобно открывать. Подведем итоги. Мы таким мешком пользуемся уже год. На упаковке было написано, что такого мешка хватает на 25 заполнений. Так как наша семья пылесосит часто, я думаю, что мы высыпали его больше 25 раз. Получается, в год мы купили один мешок за 800 рублей, а не кучу одноразовых мешков, которые стоят по 160 рублей. Вот такая у нас экономия получилась.